этот раз благотворительный фонд «Линия жизни» будет собирать мелочь на помощь девочке из подмосковного Ногинска, 17-летней Ксении Барановой. У девушки деформация позвоночника, идиопатический сколиоз 4-й степени, необходимая на операцию в Центральном институте травматологии и ортопедии сумма 1 150 483,5 рубля. Пункты приема мелочи будут работать у торгово-развлекательного центра «Моремолл» 3 и 4 июня с 13 до 17 часов. Напомню, за все время проведения акции удалось собрать почти 15,5 миллионов рублей и помочь 72 тяжелобольным детям стать здоровыми.